Здравствуйте, дорогие зрители нашего канала компании Арбат Хомс. Сегодня октябрь уже, и у нас, как видите, продолжается купательный сезон и пляжный сезон, а мы находимся в Чишмели. Чишмели – это такое место, это особое место в городе Мерсине. Здесь мало строящихся новых объектов, но у нас есть один замечательный проект, с которым я вас познакомлю. Температура воды очень теплая, мне прям хочется вот сейчас нырнуть со всей душой и покупаться, но мне приходится работать и снимать видео для вас. А люди, как видите, замечательно отдыхают, прогуливаются вечером по набережной. Здесь много ресторанов. В Чишмели очень классная набережная. Здесь и рынки, и рестораны рыбные, мясные, и много мест, где можно просто посидеть у моря, отдохнуть, половить рыбку. Как видите, здесь люди рыбу ловят прямо с парапета, или как это называется правильно, я не знаю. Ну, в общем, с такой штуки. То есть есть где отдыхать. И еще хочу добавить, что здесь, в Чишмели, очень много русскоязычного населения. То есть адаптация будет очень легкая. Везде, в каждом магазине вы услышите родную речь. Итак, мы в Чишмели, 200 метров от моря, и мы находимся на строительстве объекта, который состоит из 4 отдельных блоков. Но эти 4 блока будут разделены вот этой дорогой. Здесь будет отдельная инфраструктура, и здесь будет отдельная инфраструктура. То есть у нас будет 2 подблока по 2 здания. Будет отдельно бассейн, большой, детский, для детей, сауна. Все как положено, все как уже мы привыкли. То есть дорого-богато, бархатно-шикарно. Очень классные квартиры. На этаже 4 квартиры, 2 плюс 1 и 1 плюс 1. 2 квартиры, все смотрят на южную сторону. На верхних этажах будут квартиры 3 плюс 2, 170 квадратных метров. Квартиры 1 плюс 1, 58 квадратных метров. Квартира 2 плюс 1, 115 квадратных метров. Очень хорошее качество выполненных работ. И у нас уже есть шоурум, и мы посмотрим, как там все красиво уже сделано, какие балконы, какая планировка, качество дверей, плитки, столешницы и всего остального. Поехали! И вот мы уже находимся в квартире 2 плюс 1 на первом этаже. Это шоурум. Как вы видите сами, здесь огромный балкон. И из балкона видно замечательная инфраструктура, уже бассейн, тут будет беседки. Будет здесь пешеходная зона, детская площадка, баскетбольная площадка. Очень хорошее качество выполненных работ. Тут до моря 200 метров. Если вы посмотрите, увидите вот недостроенное здание. Это недострой, он уже более 5 лет. Поэтому как бы этот вид не закроют, я не думаю, что его достроят, скорее всего, его снесут. Вот, и мы из балкона большого переходим в комнату, которая совмещенная с кухней. Посмотрите на дизайн этой кухни, очень замечательное качество выполненных работ, мраморная столешница, шкафы с доводчиками. Классное качество, вообще мне очень нравится. Достаточно просторная квартира, 115 квадратных метров. При входе замечательный гардероб, там будет зеркало, широкий коридор и достаточно просторные комнаты. Здесь мы видим санузел общего пользования, напротив спальня, из спальни есть балкон. Дальше переходим, еще родительская спальня, и в ней тоже есть санузел дополнительный. Интересное решение, 2 окна, то есть вы ставите здесь кровать, напротив телек. Классное помещение, мне очень нравится. Ламинат интересного цвета, темный орех. Все выведены под газ выводы, стекловолокно, розетки, то есть... Все-все-все здесь уже готово для того, чтобы вам заехать и жить. Когда сдается этот комплекс? Комплекс сдается в июне 2023 года. То есть на следующий сезон, в принципе, вы уже можете приехать и заехать в свою квартиру. Комплекс этот же, тот, который через дорогу, сдается через 3 месяца позже. То есть это будет сентябрь 2023 года. Кстати, хочу напомнить, что наша компания Арбат Хомс ждет вас в Узбекистане и Казахстане по нашему телефону, который вы видите на экране. Пишите, звоните, записывайтесь на индивидуальные встречи. Там будет и этот проект, поэтому спешите. Это вот класс, прям очень мне понравилось. Еще хочу сказать, что очень приятные цены. Квартиры 1 плюс 1, 58 квадратных метров, 2 плюс 1, 115.
3+2, 170 квадратных метров. Повторяю, очень приятные цены и разная планировка. Пожалуйста, пишите нам, мы вам пришлем от этажа, от квартиры, какая цена, чтобы вам было все понятно. Не пишите нам в комментариях, а где цена, а где цена? Цена приятная. Между 50 и 60, я скажу вам так. Поэтому пишите, звоните, мы вам ответим на все ваши вопросы, пришлем планы, пришлем этажи, пришлем, как будет выглядеть комплекс вне, внутри. То есть вся информация доступна будет каждому лично. Мы работаем с каждым клиентом лично и уделяем внимание каждому. Вот, что я вам еще хочу сказать и подытожить. 200 метров от моря, Чешмели, открытый район для ВНЖ, замечательное качество, отличные площади, вся инфраструктура, ну и, конечно, теплое море и теплое солнце ждут вас в Мерсине. А с вами была Оксана, пока-пока, всего хорошего!